женихи разбегаются кто куда. В колхозе жить не хотят. А вот если бы со школы хлеб приучить... Сегодня, 11 октября 2021 года, скончалась советская актриса театра и кино Людмила Купина. Ей было 77 лет. Согласно информации из открытых источников, причиной смерти звезды отечественного кинематографа стал коронавирус. Я тут в горах человека задержала. Не иначе с той стороны. Он нас в селе рыскал, а потом у черного камня копался. Людмила Емельяновна Купина родилась 9 февраля 1944 года. В 1969 году она окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина. Еще во время учебы актриса сыграла свою первую роль в кино. Она появилась в главной роли Василины в музыкальном фильме «Трембита». А вы почему не смеетесь? Разыграли комедию, смейтесь? Помимо этого, Людмила Купина появилась в лентах «Вечный зов», «Среди лета», «Служебный роман», «Крик тишины», «Человек на полустанке», «Змеелов» и в других. Всего актриса сыграла чуть больше 20 ролей в кино. В сети появилась информация о том, что похороны актрисы театра и кино Людмилы Купиной состоятся 12 октября на Хованском кладбище.